Мозаика от Джико Анима. В наборе 8 ярких красивых карточек. Карточки-подсказки двусторонние. Деревянная основа для выкладывания. А также 230 фишек разных цветов и форм. Мне очень нравится, что отверстие в основе более широкого диаметра, чем ножки фишек. И фишки свободно туда становятся без затруднений, как это иногда бывает в других мозаиках. Ребенок может выкладывать картинку по карточке подсказки, и тогда это будет способствовать развитию внимательности. Но также дайте ребенку возможность выкладывать картинки так, как ему нравится, для развития воображения. В целом занятия с мозаикой развивают усидчивость, терпеливость, конечно же, развивает моторику и, как это ни странно, закладывает основы для математического мышления. Ребенок может придумывать свои картинки и без карточек. Производитель рекомендует эту игру с 4 лет и подразумевается, что в этом возрасте ребенку не составит труда выложить картинку целиком. Но если вы планируете развивать пинцетный захват и мелкую моторику, то под вашим присмотром начинать лучше с 1,5-2 лет. Просто имейте в виду, что ребенок выложит картинку в этом возрасте только частично и так, как ему нравится.